Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня хочу снять полнометражный такой видеофильм, потому что уже больше года ничего не снимал, кроме как видео с микроскопа, которое по полминуты на 20 секунд. Учитывая, что сегодня февраль, мы займемся очень интересным делом. Сегодня мы вот в черте города, точнее пригород, ну в принципе город, вон видно за моей спиной, высотки. Мы в феврале будем искать и, я надеюсь, находить паука, который характерен для субтропической зоны. Паук этот называется стеатода. Стеатода большая, если повезет. Их очень много живет на Черноморском побережье. Но вот с 2014 года я все чаще и чаще встречаю их у нас в Краснодаре. В 2014 году я поймал одного, он у меня некоторое время жил, и потом я их находил все чаще и чаще. Последний раз я их находил около 8 штук в течение одного часа. Чем интересен этот паук? Это тем, что его часто путают с каракуртом или ложной вдовой. Кстати, одно из названий этой стеатоды большой – это ложная черная вдова. Но имеются и различия. Они внешне похожи, да, по размеру, по среде обитания. Но, во-первых, их различия их сходство заканчивается только внешним видом и тем, что они относятся к тенетникам, а дальше уже каракурты идут к семейству черных вдов, стеатоды – это стеатоды. И тот паук ядовитый, но каракурты черные вдовы, они более токсичны, стеатоды, они менее токсичны, хотя первые 10 минут, как утверждают люди, которых покусали стеатоды и каракурты, особой разницы вы не почувствуете, будет болеть так же сильно, как от укуса одного, так и от укуса другого. Только черная вдова, она смертельно опасна, а от стеатоды через 5-10 минут, как правило, все проходит, как от укуса осы, остается только след ожога. Но пойдем сейчас к типичной среде обитания данных паучков и попробуем их поискать. Каракурты и стеатоды относятся к одному семейству пауки-тенетники. У них одинаковые паутины, они плетут паутину из тенет, беспорядочных нитей. Дальше же каракурты относятся к роду черных вдов, а стеатоды уже, собственно говоря, к роду стеатод. Поэтому кроме общих паутин и болезненных укусов, сходство у них и заканчивается. Вот мы подняли камень, и вот она маленькая стеатодка, ее видно. Вот попытаюсь ее сфокусировать. Приблизить чуть-чуть. Вот он первый паучок, не очень большой, но какой есть. Вот его характерное, ой, прям как хорошо видно, куда-то он дернул, не видно, но вот их среда обитания. Вот такими вот камнями они. Дует сильный ветер, не знаю, как будет слышно, не слышно. Ну вот так вот, пойдем дальше искать. Вот еще одного удалось найти. Сейчас где-то я не могу сориентироваться. Где-то. Где он тут? Вот он, красавица. Сейчас, может, еще что-то найдем. Постоянно в щелях прячутся. Руками их неудобно, неохота трогать. Потому что они, несмотря на всю свою неуклюжесть тенетников,
они имеют особенность резко и внезапно прыгнуть. Ну вот, еще один очень хорошо его прям видно. Вот она, самочка. Крупная, вон. Какая она отлично позирует нам. Действительно, ее можно так, если не разбираться дилетанту, ее можно спутать с черной вдовой, с каракуртом. Ну как... О-о-о, красавица пробежала. Но, как я уже сказал раньше, отличие в том, что у них нету ни песочных часов внешних на брюшке, характерных для черных вдов, ни 8-13 точек, как у каракуртов. Так, ну все, под этим камнем, по-моему, больше ничего нету. Ставим его назад, чтобы им было в случае мороза не вернулись в свои гнезда, было где зимовать. И смотрим, еще он целая поляна камней. Давайте смотреть дальше, что мы еще найдем. Так, подошли к следующему камню. Давайте его перевернем. Опа, вон, весь вам ху, оп. Была стеотодка, но она упала. Упала. И в такой листве мы ее не найдем. Скорее всего. Нет, тут найти что-то вариантов нету. Хотя вот явно здесь есть гнездо этих стеотод. Давайте ставим камень на место. Опа. И идем дальше. Идем к следующим камням. Вот тоже такой выглядит так многообещающе. Давайте его посмотрим. О! Ну тут видно, тут вот гнезда. Видим гнезда. Все в тенетах, но тенета пустые. Тоже мы пока ничего не нашли. Давайте дальше. Ставим камень на место. Идем к следующему. Так, ну здесь маленький камень, здесь ничего нету. Так, давайте дальше. Опа. Муравей. Опа. Нет. Тут тоже ничего. Давайте дальше. Вот, хотел уже идти домой на обратном пути, вот тоже нашел камень. А тут целое, кого тут только нет. Вот еще одна интересная стеотода. Смотрите, какой вид. Не такая, как мы фотографировали, красавица такая. И где-то здесь даже, если не убежал, а вот ее... Вот ее самец. Вот так выглядит самец стеотоды. Вот он самец, вот она самка. Это класс, это шедевр. Я обращаю внимание, что сегодня 12 февраля, фактически первая половина еще по факту зимнего месяца. А тут такое биологическое разнообразие. Вот они стеотоды, они же ложные каракурты. Вот, идем дальше. Может, еще что-то снимем, что-то еще повезет перед походом домой. Ну вот, на сегодня поиск стеотод окончен. Немного нашли, но тоже хоть что-то, учитывая, что все-таки на дворе 12 февраля, как бы вообще не сезон. Но и паук субтропический. Ну вот мы их нашли, поснимали даже несколько видов. Видели разные расцветки, разных половых, половой диморфизм мы могли увидеть на этих видео. Все, иду домой монтировать видео
посмотрю, как сейчас ветер, надо переозвучивать, не надо. И до следующих удачных охот. Благодарю за внимание.